Знаете ли вы, что продукты, которые вы регулярно покупаете в магазине, могут заразить вас коронавирусом? Поэтому, чтобы уберечь себя от болезни, после похода за покупками следует соблюдать несколько простых правил. Например, продукты в упаковке нужно обрабатывать влажными салфетками, антисептиком или спиртосодержащим спреем. Что касается фруктов и овощей, имеющих гладкую поверхность, их стоит промыть водой и протереть одноразовым бумажным полотенцем, а сухофрукты лучше окунуть в кипяток. Продукты в неупакованном виде, такие как печенье, конфеты и орехи, переложите в чистые пакеты или емкости. Употребить их рекомендуется спустя 3 дня после покупки. Соблюдая эти простые правила, вы сможете уберечь себя и своих близких от коронавируса. Будьте здоровы! Александр Кацун, Ванесса Петерс, Павел Чекмарев, городской телеканал ЮТВ.